Ну вот еще кусочек красоты. Это озеро называется Ланкастер. И сам субдивижн тоже называется Ланкастер. Сейчас я пройду к водичке поближе. И вот тут что-то типа маленького парка, но везде, где есть озерцо какое-то, где есть какая-то водичка, обязательно поставят несколько лавочек и сделают маленький парк. Вода такого зеленого-зеленого цвета. Свалиться туда не хочу. И рассказывала, тут недавно женщина свалилась, такой небольшой проливчик. По телевизору вчера показывали. Такой метров, наверное, 5 шириной. Проливчик между домами. И попала в зубы крокодилу. И вот невероятной красоты дерево. Вот что это такое? Что это за цветы такие? Это листочки такие? Да, это не цветы, это просто листочки такие. Сегодня 4 октября 2013 год. Я поставила машину вот так вот на аварийку. Райончик, конечно, такой богатенький. Ну, все, что возле озера, все как бы, все такое недешевое. А где-то я видела скамеечку здесь. Вон там скамеечка, вон она скамеечка. Вон мусорник стоит и скамеечка. И вот уже, пожалуйста, парк такой крошечный, малюпусенький вдоль озера. Вот заросли висюльки вот такие красивые. Вообще обалденные. Spanish moss называется. Красивые-прекрасивые. Они прям придают такое очарование природе. Вон еще скамеечка стоит. Вон она скамеечка, еще одна стоит прямо возле озера. Ладно, поехала дальше. Сегодня решила просто покататься вот по улочкам, на которых я не бывала здесь, в Орландо. Кстати, вот на этой улице я была на Ланкастере. У меня даже видео отсюда есть. Все.